Алло. Добрый день, удобно да, говорить? Да, конечно. Сегодня услышала информацию о том, что три человека с Азова какими-то окольными путями вылезли с Мариуполя. Вы меня слышите? Да, я слышу, да. И будут пробираться сюда, где-то там будут ехать сюда, чтобы вы это имели в виду. Я вас понял, спасибо большое. Сейчас они, да? Да, где-то. Займите это в виду. Все, понял, это, спасибо. Это информация четкая, стопроцентная. Да, да. А можно вас попросить, у вас же да. есть список судей, там же их не так Конечно. Много. Вот, а вы можете отметить мне галочкой тех, кто Могу. Яростный такой противник Могу. У нас всего этого высказывает? Отметьте, Могу. Скиньте мне фотографию, пожалуйста, в Телеграм, ладно? Хорошо, хорошо. Поэтому, если что, вы лучше лишний раз у меня спросите. То, что я знаю, я вам скажу. Я знаю, что про меня говорят, что я серва. Жесткая, порой жестокая. Слушайте, ну правильно? Это все вторично. Для нас важно ваше вот, ну, как вот, состояние морально-психологическое, вот, и готовность помогать нам. Нам, ну, неинтересно абсолютно вот эти вот характеристики, которые вы назвали. У каждого имеет какие-то, не, ну, это ну, хорошо, для меня это недостатки. Хорошее. Пусть лучше я да. буду жесткой да. и жестокой, чем я буду да, другой. Это правильно, правильно. Вот я с вами тоже общаюсь, ну, деликатно стараюсь, да, потому что, ну, понимаю ваш уровень, ваше положение, вот. А с каким-то другим я общаться не буду. Тут же, ну... Мы же, ну, ну все, мы с вами деловые люди, что же говорим. Поэтому список я вам составлю, лучше лишний раз позвоните мне, скажите, спросите лишний раз у меня, я вам точно скажу. Обязательно. Если что-то знаю, да. то точно скажу, если не знаю, скажу, извините, что не знаю. Но хорошо, договорились. То, что не знаю, могу спросить у того, кого знаю. Знаю я полностью. Я вас понял. Я сегодня была на работе в суде. Ага. Ну, я же потихонечку общаюсь то с одним судом, то с другим. Да. И вообще со многими пытаюсь общаться, как-то пытаюсь кому-то что-то, знаете, народу говорю, смотрите реально на реальную ситуацию. Угу. Так вот, позиция моих коллег некоторых, некоторые молчат и соглашаются со мной с тем, что я говорю. А активно и яростно мои слова встречные судьи, которые переведены в Донецкой области. В Донецкой области? Да. Они что, вот те судьи, которые из Донецка уехали, переводились в разные суды Украины. Знаете об этом? Ага, да. И те, которые уехали из Донецкой и Луганской областей, они, конечно, настроены настолько яро, что вообще. Угу. Это... Ну ладно, что, отправим их обратно в Донецк, значит.